Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами Гиацинтус Макао. И сегодня 11 мая. Вот такая хорошая погода. Ну, на самом деле, не очень так, как скажете вы, но в моем понимании погода нормальная. Да, парит на дождь, но ничего страшного. Лестница крутая. Но есть же еще лифт. Или... Увы, мы не сможем им воспользоваться. Лифт включили 1 апреля и отключили на следующий же день. И вот сегодня 11 мая, а он не работает. Ладно, придется все-таки спуститься пешочком. Да, 9 мая я был в парке Шевченко. И там тоже влог небольшой снял, но еще не успел выложить его. Скоро выложу. Слишком много дел было, как-то не успел. Простите, пожалуйста. Скоро обязательно я его выкину в сеть. Итак, мы в греческом парке. Это просто утром был дождь. И вот посмотрите, как после дождя. Очень люблю я после дождя гулять. Да. Так. Пойдемте немножко, снимем видосик и все. Так все за этим коричневым забором строят продолжение парка, но как-то так все строят, строят и никак не достроят. Ах да, с меня еще видос, когда по вечернему городу, чтобы показать вам огни в этом парке, в Стамбульском. Ну, блин, если бы я еще взялся пораньше, когда еще была там, к примеру, зима или весна ранняя, а сейчас так слишком много дел, уроки надо делать. А ждать, пока стемнеет, это вряд ли в ближайшее время смогу это сделать. Ну, ничего, не расстраивайтесь, мои дорогие друзья и подписчики. Ведь очень скоро уже откроется много новых рубрик на моем канале. Какие, я не скажу, это сюрприз для вас всех. Ну, летсплей по Майнкрафту однозначно будут. 100%. Ну, не только по Майнкрафту, и по другим играм, в принципе. Особенно игры 90-х, знаете, мои самые любимые. Ну, ладно, об этом позже. Вот фонтан. Thank you.
Думаю, наверное, на этом все, пожалуй. Поднимусь по той лесенке для разнообразия. Вот, смотрите, здесь тоже LED-фонарики, видите? Ну, как-нибудь обязательно вечерком приду, чтобы снять. Это реально стоит увидеть. Вот LED-фонарики, вон там наверху, вот-вот-вот-вот-вот, видите? Они переливаются ночью красиво. Как выпадет оказия, так я это сразу и сниму. Но в ближайшее время никак не обещаю и не гарантирую. Просто ждите и все. Что ж, огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, ну или дизлайк. Я как-то подумал в последнее время, что вот это вот клянчить лайки, это не очень по-мужски. Честно оценивайте видео. Понравилось — ставьте лайк, не понравилось — ставьте дизлайк. Я не обижусь. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Ожидайте новых видео. Всем пока!